3 февраля сегодня. Вот такая пчелка. Спокойно сидит. Немного осталось уже им. Корм еще есть. Это F1. 55-й. Вот еще одна семья отводок. Вот такая пчела. Спокойно сидят. Вот хотел показать вам, как зимует на трех рамках. У передней стенки кормов еще хватает до задней. Три рамки, казалось бы. Я большие семьи не показываю, нет смысла. Если трехрамочники зимуют, так большая семья еще лучше будет зимовать. Улей лысонь через перегородку сидит небольшой отводок. Рыженькая пчелка зимует. Видно, расплода здесь нет, потому что в спокойном состоянии. Вот такая серая у нас погода. Зимует пчелка. Через перегородку. Сидит на четырех рамках. Спокойно сидит. Golden Bacchus Беларусь настоящий. Заметьте, во всех моих линиях везде рыжая пчела. Это такой у меня уже как стандарт пчелы на Golden Bacchus Беларусь. Это F1, 2 отводка. Это второй тачок. На хуторе. Ну тоже, зимует пчела. Посмотрим, пару семей открою, как у них состояние. Открыл 4 семьи. Вот в таком состоянии они. Пчелка прилетела, открыл. Третье февраля. В таком состоянии клубы.
у нас в Беларуси за 130 лет самый теплый январь был. Пчелы Бакус очень пластичная пчела. Улья чистые. Такие вот клубы. Пчелка. Рыженькая. Ну, тут более сильная семья. Я сторонник хорошего зажима пчел, чтобы они были от стенки до стенки. Ну, карман там есть. Это все F1. Новые линии. Набрали силу. В общем, зимуем дальше. I won't keep watching you.